Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить вампира. Так, нам сейчас надо найти могильщиков. В прошлой серии мы в порту побегали, нас попросили найти могильщиков. Напоминаю, ребят, что за диалогами вот этих расследований я следить не буду. Потому что к сюжетным заданиям они не относятся. Когда я буду проходить сюжетные задания, там я буду нормально следить и за субтитрами, и за всем. А пока все так вот. Да хуел! Морозота ты ебаная! Вообще офигели. Но здесь мы были. По-моему, как раз отсюда мы и пришли. Наша первая, скажем так, ночлежка. Ну да, он здесь пытался застрелиться, кто помнит. It's locked, all right. И что, что закрыто, блядь? А ты разломать не можешь? Либо я так иду, либо я назад иду. По-моему, когда я впервые здесь был, это вот место было закрыто. Статика. Подождите-ка. Откуда я пришел-то в прошлый... Так, это все. А, я пришел с этой двери, да? It's locked. Извиняюсь. Так, хорошо. Так, это не откроется. Я здесь просто везде бегал и не знаю толком, куда идти лучше. Статика. Крой. Ведет она меня сюда. Я нашел новое убежище. А между этими убежищами можно? Угу. Телепортироваться хотел. Ну, перемещаться. А жалко такую возможность, но не предусмотрели. Статика. Так, все. Отлично. Кто не заметил, я насыщенности врубил через программу GeForce Experience. Кому что-то надо? Ну вообще, блять, без понятия. Нужен уровень второй, чтобы ее загипнотизировать. Но мы, во-первых, еще вот здесь не закончили со всеми. Потому что нам надо сделать головная боль. А я в упор не понимаю, где мне найти эту головную боль. Но смотрите-ка, уже 99%, видите? В этом районе. В этом 83, в этом 79. И я могу сделать так, чтобы это районы стали нормальными, а потом их убить. Так, прокачивать я ничего не буду пока что, рановато. Блять, вот это мне нужно. А я не знаю, где найти это. Чё ж. Так, секунду, ребят. Ладно, продолжаем. Так, окей, вон там кто-то. Иди сюда. I have this thirst. Как же хочется крови. Понимаю.
А я как раз оттуда и прибежал. Давайте-ка, нам туда так и так по сюжету. Так что бежим сюда. Ага, я тогда и не мог открыть эту дверь. Да, я сюда пришел. Здесь что-то откроется? Ну смотрите-ка, можно все еще обыскивать какие-то предметы. Возможно, респанится вновь. Так. Ну здесь я обыскивал просто. Вот моя лужа крови. Это начало игры. А я смогу? Ну вот я увидел, что можно переместиться. Да ладно. Ну, разработчики молодцы, сделали так, что я могу в этих локациях снова побывать. Да и вообще, я изначально мог не уходить, например, с этого порта, я мог изучить его. Здесь я толком не успел побывать. За столько лет многое изменилось, но взрыв определён произошел здесь. Может почтить память погибших. И как? Угу. Либо я туда пойду, что туда бы надо бы сходить. Все-таки там локация, где ведет в тупик. Ну, эти люди бесполезны, потому что все-таки я прокачаннее них. Я тут, во-первых, не был. Я понял, что это. Это срез. Это срез, дорогие друзья. Это тупо просто срез. Чтобы мне все это не обходить заново. Но я хочу обойти все это заново. Ну хоть и бейте меня, но жесткое желание все пройти, осмотреть, что я пропустил, что я не пропускал. Потому что, когда я начинал игру, я здесь тупо пробежал, ничего толком не делал. Да и, по-моему, некоторые места были закрыты. По-моему. Я тогда не успел ничего здесь толком поделать. Да, здесь на нас человек напал, я помню. Вот, в этом месте. Но мы дали ему уйти, по-моему, убежать. Мудила, бесхребетно! Как тебе не стыдно-то? Ну да, я был здесь. Давайте расправимся со всеми, кто тут есть. Я смотрю, ты точный. Чел, ты чё? Ну ты чё? Я один раз ударил, он упал. Что-то явно изменилось здесь. Вот этого я не видел. Ключ от литейной. От какой литейной? А чего? Наверное, от какого-то места, в котором, ну, я не был.
по сюжету. Ну пойдемте посмотрим. Я вон тут эту дверь не знаю, не видел. Или я тут был? Я вот не могу вспомнить сейчас. Блять, а как же мне было тяжело с ними в начале? Нет, явно тут надо жестко прокачиваться. Это не зря я начал проходить побочные задания. Ну согласитесь. Это что? На так, насмешки над. Получается история колонна вампиров. И это я все могу найти, короче. Не знаю, у меня не лицензия, возможно, из-за какие-то есть достижения. Что, ну вот, можно получить все достижения, если я все найду это. Какую-то супер ачивку, которая редкая просто. Кстати, ребят, я тут в скором будущем решил поиграть в одну игрушку под названием Alan Wake. Долго хотел записать ее для вас, очень долго, и как бы только сейчас руки дошли до нее. Без всяких шуток или что-то чего-то. В реале только сейчас руки дойдут до нее. Ну вот пройдем вампира там. С ассасином немного повременим, пусть он там повисит. Он у меня все еще на компьютере установлен. Я так и не запускал. Не, конечно, вру. Я его запускал. А, так, побегал немного, повыполнял побочных заданий. Бесполезных, статика. Хотя, статика, некоторые побочные задания мне понравились. Что, блядь, интереснее было за ними наблюдать. Куда я вообще иду? Я потерялся, ребят. Круто. А че шо есть? Ага. Блять, не увидел это, прикиньте. Ну. Знаете, что я тут понял? Что выносливость все-таки будем качать. Я только сейчас понял, что ее надо качать. Статика, туда я не ходил. По-моему, и нельзя было. А нет, я отсюда пришел, статика. Ну да. Мне как бы, ну вот, сюда надо идти. Ну, по-моему, это место было закрыто. Что не было доступно. А вот отсюда я пришел. Я вот, да, вот прибегал, вот сюда залез. Там было закрыто, по-моему. Ну да, вот это я разбил, помню. Вон там враги меня ждали, здесь были враги. Сейчас их, конечно, нету. Ну вот, смотрите, я бегаю, вот здесь меня нашли, помните, вот где-то. Точно не могу сказать, где меня нашли, но где-то нашли меня. Ладно. Ну да, я вот отсюда спрыгнул. Пипец, какая ностальгия-то поначалу, вы не поверите. А, да. Ну вот, как раз сюда мы не могли пройти.
По-моему, ворота здесь были, вот, вот так закрывали нам. Сейчас их нету, возможно, по скрипту просто убрали. Дверь откроется, если? Нет. А зачем? Пойдемте. По-моему, я там был. Не могу с уверенностью сказать, но, по-моему, я там был. Похоже немного локация. Возможно, из-за того, что там была такая же локация. Так, секунду, ребят. Продолжаем. Так. Вы слышите? А вот это я не помню. Вот этого я лично не помню. Возможно, здесь находился тот, кто меня когда-то, ну, превратил в это, вампира. Heavy Duty Water Masters. Окей. Ну да, это, короче, сокращение. Подождите. А чё ж тогда там за лестница? А. Стоп, подождите. А как я? Но здесь я и очнулся где-то. Снова я здесь. Дождь смыл кровь, но не воспоминания. Моя бедная Мэри. Да, я помню, когда я охренел над этим моментом. Сестра же она его была. Нашли, я точно не помню, где его. Где-то вот в этих местах, да. This is my watch. Это же мои часы, чертовы воры. Ну это да, те воры. Решить, что сказать Эдвин Кокс. Сообщить о смерти могильщиков, скрыть правду. Я пофиг сообщу, чё скрывать. Да, где-то вот здесь. Меня нашли. Я пошел и не знав, что это была моя сестра, я ее убил. Ну как-то так. Либо я здесь очнулся и пошел вон туда. А, нет, стоп. Так я вон там очнулся. Секунду. Возможно. Я сейчас не могу представить нормально в картине тот момент, потому что, ну, это было давно. Хоть кто-то из вас сейчас смотрит это по серии, вот, и в будущем где-то смотрит полностью плейлист, но для меня это было давно. Вы-то помните, где и как все это было, я нет. Ну ладно, хорошо, что здесь есть срез. Пришли поностальгировали, скажем так. Представили хоть как-то тот момент.
I have this thirst for blood. Простите. This is despicable. Что за ужас? Ну приходишь, что ты хотел? Окей. Так. Куда нам? А, ну да, я помню. Я потом сюда прибежал, прыгнул здесь. Это вы представьте, мне пришлось кругаля навалять вот таких. Вот отсюда я прибежал, вот оттуда я спрыгнул. Либо оттуда. Либо через эту дверь я вышел. По-моему, через эту дверь как раз вышел. Потом побежал сюда и как раз вот по этому мосту пробежался. Там я с... А, нет. А, в том доме я научился телепортироваться. Но телепортация работает все-таки не везде. Как мы выяснили, вот такие. Только в определенных местах. Как я это тогда пропустил? А, смотрите-ка. А, я вспомнил, что было. Эта дверь была закрыта, нам пришлось вот так вот идти. Ну да. Чё, кстати, прикол, с атуаркой просто так туда и не перейти, как это было у нас, например, в Синдикате, в Assassin's Creed Синдикат. Там тоже нельзя было. Хотя я смутно помню, как там выглядел сатуарк. Возможно, так же, возможно, нет. Опа. Да как я это пропускал? Я не понимаю, зачем я это сейчас делаю, потому что у меня полностью запас крови. До какой степени, кстати, можно это прокачать? Так. А не... Кому там, Эдвард и Коксу? Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Че это с моей кошкой? Я надеюсь, вам. Надеюсь, вам не слышно. Так. Я не понял, а куда мне? В папку, что ли? Потому что я, блядь, хрен знает, кому идти. Так, подождите. Кому там? Эдвард Кокс. Ну, давайте я с этим зрением побегаю. Фишбери, уровень второй требуется. Фишбери. Там что, была закрыта дверь? It's locked, all right. Она, кстати, не просто так, как я понял, закрыта. Где Кокс? А, Эдвина Кокс. А, ясен. Good evening, Miss Cox. Hello. Так, рассказать о братском. I managed to reach the mass grave. Spare me. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead. Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place. Yes. Okay. 50? Мало. Ну, они просто светятся, это... Behind. Сука! Goodbye, Miss Cox. А где тут, сука, загрузиться, блядь? Ну ладно, просрали так просрали. Ну, пофиг. Good evening, Miss Cox. Hello again. Tell me you don't believe. Отлично.
Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all our... 299, статика, не кисло. Можно купить это. Вот эти бы надо бы купить, но я не знаю, блядь. Что это? Ну, как я понял, с ней мы... Да, закончили. Одну провалил. Пятый уровень. Ну, просто так ее гипнотизировать нельзя. Так. Выполним от него задание. Забрать несколько бутылок. Забрать несколько бутылок. Ну да, это без проблем. Тем более там мы были, статика. И как я понял, самый простой способ туда попасть, это вот переместиться. Да, куда-то туда надо. Жалко, это зрение не показывает, где, что и когда. А, я чё, пробежал? Забрать несколько бутылок с джином из тайника. Ну здесь только 9 уровня, это уже неплохо. Ну их я быстренько разбиваю. Так, и где же твой тайник? Ага. А я забрал? А, ну вот. So much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Так, отнесите джин, оставить джин себе и солгать Тому. Я не буду лгать. Я еще не знаю, стоит ли проходить мне чисто, мирно. Но, блядь. Было искушение у меня как-то. Но сейчас... Кому там надо Тому? Было искушение, но сейчас я еще только задумываюсь вновь. Бывает такое. Вы обманули меня, Том. Я думал, наш склад... Ваши клиенты знают? Ага. Почему вы выступили в банду? Why did you? You've had a sad, violent. Я не знаю, что я сделал. Why not leave town? Думаете, в доках станет лучше? Здесь не, здесь не. Не опасно оставаться. Здесь не опасно. Опа! Do you need? I'm all right, doctor. Goodbye, man. Но с ним, я смотрю, мы тоже закончили. Да. Кошка до сих пор у меня бесится. Вообще отлично. Так, а кто у нас бармен? Том был, да?
Да, вот Том. Осталось последнее. Welcome back. Необходима подсказка. Goodbye, Mr. Watts. Так, ну давайте посмотрим, что есть дальше по заданиям. Положи цветы на место взрыва. Ну откуда же я знал? Ну вот откуда? Сейчас опять туда возвращаться. А сука, быстрое перемещение почему не придумали? Подожди-ка. Создать маркер. Удалить маркер. Подождите-ка, я может в настройках посмотрю. Может есть быстрое перемещение? Сверхъестественные навыки. Чутье. Открыть страницу гражданина. Открыть карту, меню предмет. А, задание статика 0. Окей. Нету. А почему не придумать было бы быстрое перемещение? Ну все-таки, ну блядь, бегать-то очень долго. Ну ладно, пойдемте. Че терять-то? Так, сюда. Ну вот честно, ребят, что терять? Сейчас вот дойдем до сюда, заберем. Блять, я же там все обыскивал. Че, я этого не заметил? Возможно, просто, ну, не увидел. Я не все, походу, вижу. Вот, например, это я не увидел. Наверху поезда едет. Музыка. Ну такая себе музыка. Блять, я не знаю, зачем я это сделал. Нажмите на Е. Я понял себя. Так. Да, немного не туда, как я понял, пришел. Быстрее надо наверх подниматься. Я пропустил где-то. Да? Да, нет, статика, правильно пришел. А что-то мне казалось, что здесь другой выход есть. Ладно, пофиг, добежим. Ничего страшного. Но немного дольше будем бегать. Я, конечно, не люблю затягивать игровой процесс. Ага. Патрон. Сейчас смотрите, опять распаднулись. Нет. Это что-то новенькое, вы заметили? Здесь никто не респанулся. Это вообще нормально? Обычно где-то всегда кто-то респанился. Так, секунду. Ага, вот так вот. Так, прямо где-то вот в этих местах. Дань памяти жертвам. Я же был здесь. А, я, блин, не положил просто.
поговорить с Дайсом Дэнли. Ну, простите, ребят, что немного игровой процесс растяну, но, блядь, откуда же я, блядь, знал? Кстати-ка, давайте-ка зайдем в дом, что-нибудь прокачаем. Подождите-ка, посмотрим, наши, ну, эти, никто ничем не болеет. Вот это! Кто? Какой-то индит. Мне надо его найти. А где его искать? Черт его, блин, знает. Ладно, посмотрим. Может, я улучшение могу сделать для пушек. Да, могу. Смотрите-ка, третий уровень. Это что? Это... выносливость, кстати, добавит. Ну давай. Выносливость. Может, я также с этим могу что-то сделать? Блин, не хватает 3. Я запомню, что таких 3 надо. Ну и 1300, не знаю даже. Давайте еще не прокачаем. Во-первых, выносливость надо прокачать. Увеличивать запас вы... А то он вообще маленький. Еще давайте. Плюс 60. Не так, 20 уровень. И 2000 надо, блять. Вы че, блять, издеваетесь надо мной, блять, и где вам такие бабки найду? Да, ребят, у меня игрушка опять решила, блядь, вылететь. Я не знаю, в чем прикол. А знаете, что я думаю? Я сейчас вот подумал, вот, ребят, давайте я при записи я буду проходить мирным. Но я же вам еще обещал вторую концовку показать, если она, по-моему, тут есть. Я знаю, что здесь несколько концовок, но я не знаю, сколько именно точка. Я точно только знаю, что здесь есть, что не одна здесь концовка. Как бы я в этом... но я не знаю, сколько их тут. Кстати, было бы круто, если бы было бы... 4 концовки. Знаете, как в Far Cry 5? Хотя они скучные. Не, хотя там были хорошие концовки. Например, начальная, первая, где вы можете просто тупо уйти. И она логичная, вот честно, логичная. Так, ладно, не будем зацикливаться на других играх, это посмотрим. Кто такая леди Эшбери? И походу все с этим надо будет взаимодействовать, да? Я все там точно прокачал. То, ну да. Я даже не знаю. Я так и не пойму, что надо для этой скотине.
Так, давайте-ка сначала, прежде чем уходить. Да, это там. А, смотрите-ка, я поспал, а не респондент. Слабаки. Так, хоть бы так было бы с финальным боссом. Ну, смотрите-ка, выносливость как прокачалась. 11 уровень, кстати, у нас. Ты охуел, Амаразота! Ты не попутал? Понты, блядь. Нет, туда я не хочу. Жалко, кстати, нам не весь Лондон доступен. А то было бы круто побегать по всему. Ну, тогда бы и игровой геймплей бы намного растянулся бы. Ты кто? А, ну эти трупы валялись здесь. Я когда начинал пролог проходить, ну вообще пролог проходил, их здесь, может и были, конечно, я не знаю, но я не мог прийти к ним и что-нибудь взять у них, потому что локация была закрыта. Возможно, и мог, конечно, как каким-нибудь чудом. Дайсон. Модели. Кровь мне не надо. Дайсон, о! Дайсон! Здорово, пьяница! Is there anything? I want you now. The what? Здесь с вариантами надо быть осторожным. That bomb. I know. Да? Ну тут нечего. А, необходима подсказка. Все, у меня последняя осталась. Ай, так. Кстати, надо к подойти к одной Маразоте вот здесь, которая. И купить у нее что-нибудь. Hello again. Can I see what you have to say? As long as you. Соська, вот так проще. Ха! Как раз все купили. И прямо рядом со мной где-то можно прокачать что-то. Угу. Не в ту сторону побежал. Ага, вот, вижу. И всегда находится там, куда обычный человек, ну, не попадет, да? Потому что, во-первых, как помним, мы вот сюда ходили... А, стоп. А, ну да, все завалено. Так, пока ничего из этого... Хотя, вот это может будет сейчас прокачать. Угу. Так, четвертый уровень я не могу прокачать пока. У них, ни хрена себе, пятый уровень сразу 220 даст. Хотелось бы вот это прокачать.
Во-первых, это урон нам сделает меньше. Нет. У нас дается выбор. Либо мы вот это прокачиваем, либо мы вот это прокачиваем. Я считаю, что вот это лучше. Так, я дробаш так и не мог. Блять, одной не хватает. Прикиньте, одной. Ладно. Давайте тогда, ну, сейчас создадим вот это. Отлично. Все, можем идти. Сохранение прошло. А, вы тоже видите, да? Что с освещением что-то не так. А, это у меня такая лампа просто идиотская. Вот, смотрите. А я-то думаю, это, блядь, игрушка поганулась. Так. Шельму? Я не понял, какое. Шельму. Кто такой Шельму? Потерянная. Какое за ожерелье? Где его забирать? Блять, я нажимаю на М, он мне открывает. Блять! Там на тап надо нажимать, блять, а не, блять. Ну смотрите-ка, я вижу, что вот. Куда-то туда надо идти. Бесит меня это. Evening, Miss. Может, у него есть? Do you need no thank. So long. These whispers of monsters got folk gossiping and scared. It's people they should fear. Flesh and blood. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. I'll leave you there. Так. Я не понял, где искать, когда искать. Good evening. Yeah, yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Как я должен... Стоп. I cannot enter. Mm-hmm. А вот и потерянное ожерелье. Скажите, миссис Фишбери, что она скрывает? Джек, ты пока у меня единственный друг. Чего там?
Блять, ну почему он не может как цивилизованные люди? Evening, Rufus. Evening, Miss. How come you like you? When I was at. How have you? I don't. You don't. No. So long. Ага. Ага, там порт. Как-то можно снизу пройти. Ага. This is a slaughterhouse. Это братская могила? It's locked, all right. Закрыт. От Сеймура, его любимой матери. Да ладно, от Сеймура любимой матери Стелли. Фишберн, that sneaky bastard. It's locked. Отдать Стелли матери Сеймура. Отдать ожерелье Сеймуру. Отдать Стелли матери Сеймура. Стелли, а где у нас Стелла-то была? Где-то я помню, она была, но не... А, вот Стелла. Сейчас добежим до нее. Ага, вот сюда нам. Ага. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, doctor. Но отдать ей я это не могу. Ну только ему. I have retrieved, right. I also found the corpse. So that's what. Вы даже не раскаетесь? Have you no? You're not a. Could be right. Tell me about your wash it. It's not. You win. All right. Did you take? I take no. This. I. Oh, at least. Why? I must. I don't. You think my. I don't. There is. Сука! Did you? But. Don't you think you've no. Goodbye, Mr. Fish. А как мне прокачивать уровень гипноза? Так, смотрите-ка. Тут мы выполнили. Возможно, не все статика, но большинство заданий. Здесь есть еще одно задание, видно. По стрелке. И тут. Точно не уверен. Ну, здесь еще много. Можно? Good evening, madam. It's Dr. Reed again. You best. I'll leave you then.
Либо надо пройти к... пройти... Так, вот она, да. Так, Буд Гибди. Есть кто-нибудь на первый уровень? Есть только вот этот, пьяница. А он будет тереться у паба. Ну, в остальном. Может, он что-то расскажет? What can you tell people you missing trap? And what about back you? I was their leader. Отлично. If you you smoke. Who be any no? I'm if the suit. Have you it's as a but I've never tell me be with you yet? Tell me, and what is this? What if? Зачем он к ней присоединился? Как только это, он как-то объяснил? You don't know. So not. Ну все, с ним мы поговорили полностью. Goodbye, sir. Я прав? Где он? Я... А, вот он. Ну да, 3000. Ну, кстати, неплохо за них платят вообще. Но... Убивать я их, наверное, буду, когда буду проходить второй раз, чтобы получить плохую концовку. Да... Да и второй раз пройти, почему бы и нет. Игрушка-то хорошая. Просрался здесь. Ну и ладно, пофиг. А порт, кстати, большой. А я только бегаю в одной части. Ну пойдемте в паб, зайдем, может договорить с кем-то. Welcome back, Doctor. Ничего не открылось. Goodbye, Mr. So few clients. What would he ever do? Good evening. What? Не, убивать я его, конечно же, не буду. Я лишь посмотрю, как это все выглядит. Не, ну как бы однажды я это видел, но... Все-таки. Не, смотрите-ка, не поднимается. А как поднять мне уровень гипноза? Подождите-ка, где у меня мой дом? Мой дом прямо надо мной. Он не понимает, наверное, как он тут вообще оказался. Может, этот навык надо прокачивать? Так. Mm-hmm.
И что это? И я не понял прикола. Почему нет? Я не знаю, как увеличить. Уровень силы и гипноза. Так, и как мне гипнозу... Ну... ну, здесь я просто, но я не знаю как. Хоть пристрелите меня. Подожди-ка, может на станке можно? Блять. Не то выбрал, сорян. Ребят, а знаете что, ребят, нам пора заканчивать уже, продолжим мы уже в следующей серии. А если вам понравился ролик, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.